всегда неожиданно наступил Новый год. Во всем чувствовалось приближение праздника. В магазинах красовались яркие новогодние игрушки. Жители села покупали подарки. В домах стоял смоляной дух нарядный елок. И лишь только работники клуба ходили нарядные тучи. От всей души, от всего сердца, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю мира, здоровья, добра, счастья и благополучия. Пусть все грустные страницы наступающий год перевернет и закроет. И мы будем получать только хорошие, добрые вести. Ну и, конечно же, при определенных обстоятельствах шутить, в том числе и над собой. Спасибо, с наступающим праздником! Хорошо, что там про классику у нас было? Мы пройдемся по классике. Пилатова оставили, Шекспира тоже, уж я не знаю, уж не знаю, кого. Так, кстати говоря, а вы, как это правильно сказать, вы счастливы? Или вы знаете, что такое счастье? И в чем оно выражается? Я думаю, что стоит его поискать. Как вы думаете? Так вот тогда вам такое задание, значит, давайте искать счастье. Может быть, вместе со зрителями мы его и найдем в этом году. Согласны? Я думаю. Как в нее попадешь-то? Ну да, значит,
А я одно заклинание знаю. Ну-ка, ну-ка. Калду и баба, калду и дед, ёксель, моксель, блиндомет, крабли, крабли, колбаса, начинаем чудеса. Жили-были ёлы-палы, вот и сказочки начал. Батюшка, ты что наколдовала-то? Ой, Матрёна, где мы? Я не знаю. А кто его знает? Подходи, покупай, все по 10, все по 10. Оптом дешевле, подходи, покупай. Сынок, ты кто такой? Я карлик нос. Карлик нос? А ты не подскажешь, где счастье нам найти? Ходим, ходим, не знаем, где счастье-то. Да, подскажешь. Я вот тоже счастье искал, но остался с носом. Я в сказку сам приехал, счастье тоже там искал. Стал путь и бизнес делал, и на бабки я попал. Меня заколдовала, паспорт мой отобрала, на рынок отослала, торговать заставила. Шарлик, шарлик, огромный нос. Ни прописки, ни квартиры, один облом. Шарлик, шарлик, кто меня принес? Лучше пел я мандарины в краю родном. Чудесами. Вот первое чудо, шапка-невидимка. Одел? Тебя не видит, и тебя никто не видит. Да нас и так никто не видит. Ни правительство, ни водитель на дорогу. А есть у меня еще одно чудо. Лампа Аладдина называется. Вот потрешь ее, вот так вот потрешь. Вот еще трешь, и загорается. Уж больно лампочку плеча покорся. Как оттуда бы Ильич не выпрыгнул. Да ладно, если Ильич-то, а то вылезет еще Чубайс. Вот, понимаешь, еще одно чудо есть у меня. Палочка-выручалочка. Вот на дорогу выйдешь, помашешь, деньги соберешь. Я 100%. Знаешь, Карликов? Я знаю. А ты сам-то знаешь, где счастье найти? Вот я хочу снова стать высоким, голубоглазым блондином. Счастливым. Чары колдовские могут оступить, если меня сможет сильно полюбить. Клёвая блондинка, чёрный Мерседес, квартирой и пусто номер 6. Дева, девочка моя, если бы ты знала, что я жду тебя, приходи на рынок, я твой добрый альбинос. Девочка моя, приходи сюда и расколдуй меня, ты узнаешь, как любить умеет карлик нос. Слышь, я могла бы его полюбить. Я тоже колбоглазым блондинкой, и у меня огромный. Да ты чё? Жаль, только Мерседеса нет. Поняла. Иди он туда. Thank you.
же была баба Яга, а теперь я бабка Йога. После того, как стала Йогой. Ой, Йога. Для старух озорных. Вот недавно гвозди я забила в пол и с разбегу прыгнула на них. Через две недели леший прибежал и меня от пола оторвал. Баба Йога с дырками в спине, старая карга. Как хорошо!
Отлично. Спасибо, мам! Спасибо! Вы меня спасли! Я исполню ваши любые три желания! Так, ну, поподробнее, стой! Какие же три желания? А вот был у меня один случай! Однажды дед меня поймал, свой дар небо утром ранним, ему сказал отпусти, и я исполню три твои желания, и старый сразу пожелал. Хочу быть сильным и здоровым, красивым быть, как Дон Жуан, и не досыта словно Казанова. Ой, люди мои, люди, пришел на пенку буре. Ой, люди мои, люди, да поднялась и дуля. Вот за то, что вы меня спасли, я исполню ваши любые три желания. Это для меня большое счастье. Три желания, зашибись! Ты же сама сказала зашибись! Малый зашиб глаза! Ты же что так? Аккуратней! Рыбка, сделай что-нибудь-то! Дай! Даю! Второе желание исполнено! Надо подумать, чтобы третье желание, как говорится, не... Ты скажи так, скажи, рыбка, я хочу, чтобы ты мне исполнила желание, получила желание, вот, вот. Так, рыбка, слушай мое третье желание. Значит, я хочу получить... Получай! Мои люли, мои люли! Прощайте, две бабули! Какая-то неправильная рыбка. Ага. Я согласен. Селитурная, наверное. Да. Смотри, какая-то баба с трубой идет. Так это ж волшебная печка. Сушняк, что ли?
Да какой сушняк-то? Сушок, наверное. Не-не, водички надо дать. Счастье, это когда внутри огонь, ну все полыхает, ну. Я поняла, что такое счастье. Счастье, это когда утром рейсом автобус, да, он тебя кто-нибудь чихнет, Девушки, счастье, это когда все горит, это во мне огонь разжечь надо. Так кто ж его разожжется? Я. Если мне на два алкоголя, один утюг все греет, гладит, да больно он какой-то маленький, да тупой. Вот обогреватель, вот. Ну, я электрически как-то не больно уважаю. Больше люблю с дровами, уж больно потрещать люблю. Слышь, печка, у меня микроволновка есть, тебе не надо. Стерва электрическая. Заливать пищу в микроволновке все равно, что нюхать противогазе. Слышь, печка, а тебе самой-то что-то помрачать-то надо? Мечтаю с грилем познакомиться. Он такой пылкой. Так это простее бы было, да? Или нет? Все снится, я люблю тебя, гриль, так люблю, что труба аж дымится. На меня посмотри, ты так страстно и жарко пылаешь. Я люблю тебя, гриль, а ты цыпочек все зажигаешь. Все свое, все свои фишки. Слышь,
Так откуда я узнаю, где они-то? Бери, целуй! Ищи, найдешь! Господину бабоньке все пробовал. Я уже не знаю, как случайно. Так ты целуй ее везде! А вообще, почти, наверное. Слышь, сынок, а может, и вообще будить-то не надо? А чего? Женщина спит? Значит, молчит. Это счастье. Никто тебе не говорит. Вынеси мусор, привей полочки. Счастье. Так, конечно. Пришел домой пьяненький. 12 часов ночи. Лег спать, да и все. Никто тебя не ругает. Никто слов не говорит. Получается-то, ну. Бабоньки, вы открыли мне глаз. Все, я ее больше не буду целовать. Пускай дальше спит. Ладно, сынок. Чего? Сказал, что не будешь меня больше целовать. Да ты все время это притворялась, что ли? Ты же говоришь, ну как мне тебя заставить целовать меня? Вот ты придешь на работу, уставишь свой телевизор и смотришь все его. А я хочу, чтобы меня целовали 24 часа в сутки. Нифига себе. Кто сказал, что женщина любит ушами? Женщина любит всем. Руки мыть, у меня зимы, моя дедушка, моя таблеточка, таблетка для любви. Руки мыть, у меня зимы, моя конфеточка, моя таблеточка, таблетка для любви. Отстань, моя трага, мне на работу надо, я учить анекдоты. Ой, 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 12 гуляться, жду тебе по папу, я поцелуй большой. Ой, ой, ой. Я пацан, заведу я любого за ним.
руку облез. Заблудились, а мы? Ну ладно, теперь же. Цветочек, там опять кто-то идет. Все, ходим, ходим, а счастья тут все нет. И не говори. Нет счастья нигде. Смотри, какая ты... Змея искусительница тройного действия. Здравствуйте. Мы бабушки двойного действия. А давайте их напоим и раздракуем. Давай, зажигай. Где счастье найти? Сразу. Подскажу, подскажу. Сначала пойдешь прямо, потом направо, потом налево, потом в горочку. Как сказала, в горочку, так в башку стрельнула. Ты давай, чай водку жрать. Называй. Ты погоди, не суетись. Слышь меня, ну подходи, у нас что-нибудь там, ну, дышать-то. Вот есть у меня одна мечта, если она исполнится, вот и будет вам счастье. Нам бы инструментик бы. Сейчас споем. Страшные головы.
Хватит, сидите, как колобки на моей шее, орётесь, ругаетесь. Потому что вы молодцы. Вы чё время всё лаете? Вы ж как пеньки, как опята на одном пеньке растёте. Что, пенёк? Что? Вы... Нет. Давайте угощайтесь лучше. Нет! Нет! У меня ты один листок,
и на солнце его засуши. Растолки и наглядим свой косячок, а потом покури от души. И не исполнятся вдруг все желания твои. И тебя тает царство, ты в них улетишь. Ах, твои лепестки вы нужны от тоски. И волшебный цветок под названием кашиш. Понятно? Я всех делаю счастливыми, но правда ненадолго. Становитесь в очередь. Гляди, черепаха какая-то ползет. О, да это ж моя постоянная клиентка. Помогите.
не томи. Скажи, кого это предъявлять такое? Ты мне
Счастье подари. Закрой глаза. А вы цветы купили?
хотите покупать? Али-баба, я. Али-баба, слушай. Я не можно поставить у того и повыситься. Не подарить, конечно. Не подарю? Ну уж если он вам так сильно понадобится, то его позовите Сим-Сим. Сим-Сим, на попался вы мне, Сим-Сим, 250 назад. Thank you.
Я лиса, актриса. А я вот в Бразилию. Здесь кого-то надо рассмешить? Нет проблем. Вырастает. Ну, бывает и вырастает. Надо сдать.
нее совсем. У них на башке рога растут. А они об этом не знают? Ну, бывает, и знают. Ну, когда узнают, под кладом фонарь поставят. Пингал поставят. Совсем фонарь, он же на улице стоит. Цветочек, ну что ты с ним учишься-то? Ты не видишь, она тормоз. Ты что совсем? Тормоз, он же в машине. Ну как тебе объяснить? Ты дура! Ты тупее пьяного ёжика на велосипеде! Пьяные ёжики на велосипеде не бывают! Я тебе сейчас уши отдерну! Папа! Они психические! Отруби им голову и всё! Стража взять! Стойте! Стойте, стражники! У нас ещё Джокер есть! Снежный клуб и матрёнов.
сердитая бабка цветочек. Я иду за подругой моей. Сейчас я в руки возьму молоточек. Берегись, проклятый злодей. Расцвела пыльным цветом малина, разухабилась разная тварь. Отащу я за бабу Матрёну. Берегись, бородатый главарь. Отащу, сейчас я дам поплос. Берегите лешие, а то навешаю. Отдаст, я сейчас устрою просто вас. Простая бабушка. Thank you.
Пойдем, покажи дорогу. Счастье там, где есть ты.
сейчас.